В минувшие выходные в Иванове стартовала всероссийская акция по учету зимующих водоплавающих «Серая шейка». Подсчет птиц ведут уже 20-й год подряд. В пределах города насчитали около 1750 уток. В прошлом году было немного больше, примерно 2000. К слову, среди обычных кряк в выводе около театрального моста можно увидеть хохлатую чернеть, а в районе Соковского – камышницу. Вместе с акцией орнитологи запустили конкурс «Утиное селфи». Для участия в акции нужно сделать фото с зимующими на уводе и талки пернатыми. Делать снимки можно и в других районах региона, где водоплавающие остаются на зиму. Проводится оно на российском уровне, проводит Союз охраны птиц России. Ну и, соответственно, в сети интернет, в группе ВКонтакте Союз охраны птиц России проводится эта акция. Там две номинации, да, одна наиболее оригинальная селфи и второе селфи с наибольшим количеством уток. Отправлять фотографии можно до конца января. Все участники акции получат электронные свидетельства с подписью президента Союза охраны птиц России, а победители – ценные призы.